В Беларуси в связи с празднованием Международного женского дня скорректирован график выплаты пенсии. Как сообщили в Солигорском отделении почтовой связи, досрочная выплата пенсии жителям района начнется с 4 марта. Так, 4 марта в почтовых отделениях деньги можно будет получить за 5 и 6 марта. 5 марта будут осуществляться выплаты за 5 и 8 марта. Финансирование для выплаты пенсии будет произведено своевременно и в необходимом объеме, заверили в республиканском унитарном предприятии «Белпочта». К слову, суббота, 5 марта и понедельник, 7-го – рабочие дни для всех почтовых отделений. В воскресенье, 6 марта и во вторник, 8-го, посетителей примет только центральное отделение почтовой связи. Выплаты пенсии для вкладчиков банков начнутся завтра, 4 марта, сообщили в Солигорском управлении по труду, занятости и социальной защите.